Сергей в зоне уже не первый раз. Даже в таких условиях мужчина старается выжать из ситуации максимум плюсов. Например, получает образование. В этот раз столяра-станочника деревообрабатывающих станков. За партой сидит, как заправский ученик, по струнке. Говорит, когда освободится, будет трудиться по новой специальности. Где я ранее был на Казани, я тоже имел отношение к дереву и работал по МРУ. Такой там цех был у нас в колонии К6. И я там занимался деревом, клейкой дверей. Поэтому сюда приехал за тот. Сейчас прибыл, буду обучаться новой профессии. В колонии номер 4 города Кинешма два направления для обучения. Среднее профобразование операторов швейного оборудования и профобучение по 6 специальностям. Самое востребованное – газоэлектросварщик. Даже конкурс на зачисление есть. Мы, скажем так, сделали свой конкурсный отбор небольшой, для того, чтобы наиболее, скажем так, отличившись в хорошем смысле слова, здесь, скажем так, в порядке режима и так далее, поведения, мы даем такую возможность, в том числе, скажем так, тех, кто уходит в ближайшее время, освобождается на воле, чтобы они могли, говоря своими словами, образовательное учреждение дает реальный шанс осужденному найти себя там, за другим забором. Учат в зоне ухаживать за животными. Такие специалисты нужны на местной, назовем ее так, ферме. В колонии 450 свиней. Их растят от маленьких поросят до взрослых особей в центнер весом. Госконтракт заключается с УФСИНом по Ивановской области. Мы являемся поставщиком. Они приобретают это у нас для питания сужденных. Годовой объем сужденных для наших колоний я поставляю порядка 20 тонн. А для других колоний еще плюсом 10 тонн. Вообще годовой план у меня 30 тонн мяса свинины. Право на новые умения имеют и осужденные колонии поселения. Алексей прошел курс и теперь работает в макаронном цехе. Делает рожки для рациона осужденных. Технологию знает на зубок. Сложного ничего нет. В рецептуре макарон только мука и вода. В лоточек уложил макароны и положил в сушилку. Жду 4 часа. Как они посушатся, перекладываю в основную. В основной ящик. И потом укладываю в мешки. В день я произвожу по 10-7 мешков. В мешках по 30 килограмм. Обучаются осужденные от 3 до 10 месяцев, в зависимости от специальности. Один поток в 75 человек до 1 декабря закончит курс теории и практики. К занятиям приступит новый поток. Желающих не только исправиться, но и научиться в зоне много. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Кинешма.